Новость из серии «Богатые тоже плачут». В прошлом сентябре российские дилеры открыли прием заказов на обновленную Bentayga. Однако продажи начались только сейчас, когда первая партия машин была наконец передана клиентам. Притом до дилеров добралась лишь восьмицилиндровая версия стоимостью 17 миллионов 420 тысяч рублей. А ведь полгода назад такие машины обещали отдавать по 15 миллионов за штуку. Вот она, наглядная картинка реальной инфляции. Впрочем, такая прибавка потенциальных покупателей, похоже, не смущает, ведь очередь успела растянуться аж до лета. Тогда же обеспеченной публике предложат версию на 12 цилиндров по цене от 23 миллионов. Напомним, что от дорестайлинговых машин свежая Bentayga отличается радикально перекроенной кормой, немного подправленным передком, а также некоторыми нововведениями по части салона. И продолжая тему российских новостей, марка Audi начала продажи обновленного кроссовера Q5. К нам приедут 2-литровый бензиновый и 3-литровый дизельный варианты отдачи около 250 сил. У первого 7-ступенчатый робот, а дизельная Audi поставляется только с 8-диапазонным автоматом. Базовая комплектация вышла до нельзя скромной. В нее входят тканевый салон, однозонный климат-контроль, медиа-система, светодиодные фары, парктроник, плюс электропривод крышки багажника. Обновление сделало паркетник заметно дороже. Прибавка составила почти 700 тысяч, а базовый ценник превысил 4 миллиона рублей. Неудивительно, ведь уже начальный 2-литровый турбомотор мощностью 245 сил оснащен мягкогибридной надстройкой. Однако на фоне конкурентов даже такие прайс-листы выглядят привлекательно. Одновременно российский офис четырех колец вывел 350-сильный SQ5, за который планирует просить около 6 миллионов. Прием заказов открыт, однако живые продажи стартуют немного позже. Событие, которое из-за ограниченного количества иллюстраций придется осветить предельно коротко. Марка Peugeot, наладив российскую сборку фургончиков Partner, теперь начала производство пассажирской версии. В плане техники пятиместная машина повторяет грузовую, а цена на 30 тысяч рублей больше. И это довольно интересное предложение на рынке, где из доступных кубиков осталось только Lada Largus.